Слушайте, я потеряла Соню, понятия не имею. Где она? Нет, пожалуйста. Надо, Петя, надо. Территория спорта день за днем представляет серию роликов о петербургских катках. Их будут тестировать наши корреспонденты. Знакомьтесь, это Соня, мастер спорта по фигурному катанию. До ухода в журналистику тренировала детей. А это Аня. Стоит на коньках раз в 3 года, но не прочь научиться прыгать аксель. Хотя бы один арм. Аня и Соня будут оценивать катки по 5-бальной шкале по 6 критериям. Первый – транспортная доступность. Второй – качество арендуемых коньков. Третий – качество льда. Четвертый – загруженность катка. Пятый – дополнительные услуги. И шестой – внешний вид катка. Всем привет! С вами снова мы, ревизоры на коньках. И сегодня мы посетим открытый каток на Елагином острове в парке ЦПКО. Сейчас мы находимся возле станции метро Крестовский остров. Но до катка также можно дойти от станции метро Старая деревня. Смотри, какие красивые огоньки. Вау, а это мы еще даже до катка не дошли. А нам уже нравится. Блин, смотри, какая красивая елка. Какие. Еще и музыка. Да. Потанцуем. Я уже. Мы уже дошли. Мы на катке. От станции метро Крестовский остров мы шли примерно 15 минут. Что касается старой деревни, если верить Google картам, нужно идти примерно 22 минуты. Транспортную доступность катка на Елагином острове мы оцениваем в 4 балла. Но если учесть, что мы шли на каток через офигенный парк, очень красивый, то мы добавляем к этой четверке жирный плюс. Оленей плюс. На катке на Елагином острове около 1000 пар коньков. И это достаточно много. Размерный ряд коньков от 27 до 47 размера. Я пришла забирать свои. Спасибо. Надеваем коньки. Они у нас сегодня красненькие. Зашнуровываем ботинки, как обычно. В прошлых выпусках мы уже вам рассказывали, как это делать. Надеюсь, Аня уже научилась. Очень нравятся коньки. Думаю, может даже свои не переобувать. Мы поехали кататься. Самое время оценить качество прокатных коньков. Честно признаюсь, это лучшие прокатные коньки, которые я когда-либо обувала в своей жизни. Не думая, ставлю им 5 баллов. Я присоединяюсь к оценке Сони, но хочу добавить, что эти коньки отлично держат ногу, и для меня, как для человека, который не очень хорошо катается на коньках, это плюс, очевидный плюс, это создает некую иллюзию безопасности для меня. Поэтому я присоединяюсь и тоже ставлю 5. Слушайте, я потеряла Соню, понятия не имею, где она? Да я никуда не пропала, Аня, я просто коньки переобуваю. Оценим качество льда на катке. Замечу, что лед здесь заливают теми же машинами, которые работают на крытых катках. Поэтому качество льда я оцениваю на 5 баллов. Давайте поговорим о нашем пункте дополнительные услуги. Как вы видите, здесь есть вот такие приспособления. Я узнала, они называются помощники-фигуристы. И они 2 размеров, то есть большой, который будет удобен взрослым людям, и маленький, который будет удобен для детей. Также на катке есть фудкорт, где можно купить пышки, а это достаточно питерская тема. По-моему, за это можно поставить большой жирный плюс. Оленей. А еще здесь есть вот такие вот сиденья, где вы можете отдохнуть. По-моему, это достаточно здорово, тем более, если вы плохо умеете кататься, вы наверняка быстро устанете, поэтому вы можете здесь посидеть. В совокупности, так как у нас тут довольно много дополнительных услуг, я ставлю этому аспекту 5 баллов.
Чё сидим? Пора на тренировку! Ладно, хорошо, идем. Хочу! Нет, пожалуйста! Надо, Петя, надо! Ученик, ты помнишь, какие элементы мы с тобой учили на прошлых тренировках? Да, фонарики и змейку. Ты абсолютно права. А сегодня мы с Аней будем учиться делать козлика и зубчики. И это не те козлы, о которых вы подумали. Делаем козлика, после него зубчики. Возвращаемся на исходную точку и повторяем упражнение 10 раз. Оценим трафик на катке и Лагин остров. Мы пришли сюда покататься в четверг, вечернее время. Посетителей достаточно много, но так как площадь катка очень большая, то люди не могут столкнуться даже чисто гипотетически друг с другом. Хотя для четверга их сегодня предостаточно. Ну, конечно, по этому критерию я ставлю катку 5 баллов. Я пошла кататься. Вольемся в толпу! В центре катка установлена огромная, прекрасная, красивая елка. Также здесь очень много фонариков, много разных флажков, все светится, искрится. На самом деле такое ощущение, что мы попали в сказку, поэтому мы оценим красоту катка на 5 баллов. Оленях. Соня не удержалась от фотографии, естественно, и я с радостью ее сфотографирую. Можешь менять позы. Какая милота, какая прелесть. Отлично. Красота. Неописуемая. Мы отлично провели время, хорошо покатались, повеселились. Поэтому ставим общую оценку катку 5 баллов. Подписывайтесь на наш канал «Спорт день за днем». Ставьте лайки и встретимся в следующем видео. Пока! Пока!